У нас будет профессиональная составляющая лига. Мы ее обязательно постараемся сделать, чтобы нам сказать, что в время президент сказал, нас создать лигу. Мы не стали размышлять, надо или не надо, мы начали ее создавать. Если вплотную работать, там работы достаточно. Вот даже проведение набережной Челны, вроде все. Они и свои, вы и свои, вот все вроде, все родные и близкие. И все равно все это регулировать надо. Все это надо каким-то образом складывать, чтобы мероприятие прошло хорошо, потому что от этого очень много зависит. Я занимаюсь потихоньку и бизнесом, нахожу я себе работу. Я человек все-таки такой неспокойный, поэтому не для меня это понятие спокойствие. А все остальное я, по-моему, дал в интервью «Бизнес онлайн», я очень помню, где я давал интервью, я, наверное, посмотрел, как посмотрел, что я посмотрел. А? «Челны бизнес». «Челны бизнес», да? «Челны бизнес». Ну, там, наверное.